Вся информация в видео взята из интернета. Автор ролика никого не принуждает верить данной информации. Полное имя: Дмитриенко Иван Викторович. Дата рождения: 25 октября 2005 года. Место рождения: Красноярск, Россия. Знак зодиака: Скорпион. Иван Дмитриенко родился 25 октября 2005 года в городе Красноярске. Отец певца, музыкант, передавший гитару и талант по наследству сыну, но сейчас проживающий отдельно. У Вани есть старшая сестра Валерия и сводная младшая сестра Варвара. В начале биографии Иван перепробовал все виды спорта. Получил разряд по плаванию, играл в футбол, хоккей, настольный теннис и баскетбол, понимая, что это не его. Также в детстве Ваня умел готовить яичницу и хотел стать поваром. Музыкой, по словам артиста, никто из родителей заниматься не заставлял, но к этому лежала душа. Петь мальчик начал в 7 лет и 9 лет проучился в театре «Эти дети», занимаясь вокалом, актерским мастерством и танцами. А гитару, фортепиано и губную гармошку исполнитель освоил самостоятельно. В 2018 году семья Ивана переехала в Москву, где юноша стал заниматься вокалом в Центре творческого развития «Республика Kids». В начале карьеры исполнитель выкладывал каверы в соцсети, Instagram и TikTok. Артист признавался, что часто приходилось петь песни, популярные у публики, а не те гитарные хиты, что нравятся самому. Первый серьезный успех Дмитриенко пришел с участием весной 2020 года в проекте «Хочу с Open Kids». В рамках реалити-шоу украинская поп-группа из 5 девушек Open Kids подбирала парня для записи совместного трека и клипа. В марте 2020 года Ваня подал заявку, а через 3 месяца в возрасте 14 лет один отправился в Киев. Во время съемок у Дмитриенко возник роман с участницей коллектива Лизой Костякиной, и личная жизнь юных певцов стала самым популярным сюжетом реалити. По итогам шоу Ваня вошел в число 3 победителей, и в сентябре 2020 года Open Kids выпустили с Дмитриенко трек «Ответь мне». Участие в шоу принесло артисту рост в 100 тысяч подписчиков в Инстаграме. Летом 2020 года Дмитриенко подписал контракт с лейблом Zen Music, занимающимся раскруткой молодых артистов, таких как Нилетта и Раса. В сентябре в свет вышел дебютный сольный сингл Вани «В сердечке нить», а в ноябре появился трек «Танцуй». Во время коронавирусной паузы музыкант каждый день выходил на московский Арбат, где пел под гитару. До конца года дискография артиста пополнилась совместной работой с Руви «Такие дела» и песней «Навечно». В конце 2020 года исполнитель представил в ТикТоке отрывок нового трека «Венера и Юпитер», пообещав выпустить полную песню, собрав 10 тысяч кавер-клипов. Это произошло за 2 суток. Иван признавался, что не ожидал такого успеха композиции, у которой на тот момент еще не было ничего, кроме припева, и рад тому, что такое гитарное и душевное музло может показывать себя в топах. После этого артист и команда провели 36 часов в студиях, чтобы завершить трек. 31 декабря 2020 года состоялась премьера полной версии «Венера и Юпитер», сделавшей 15-летнего исполнителя ярчайшим открытием новогодних чартов. Композиция написана Дмитриенко в соавторстве с Артемом Шаповаловым. В середине января исполнитель дал старт конкурсу ремиксов, в число популярных вошли неофициальные Amis Remix и Dianachin Radio Edit. В видеоклипе, вышедшем 10 февраля, Ваня Дмитриенко, словно маленький принц из произведения Антуана де Сент-Экзюпери, стоит на миниатюрной планете и поет серенаду девушке с другой планеты. Во время съемок клипа сначала певец упал со стремянки на рассыпанное стекло, и несколько осколков вошли в голый локоть исполнителя, а потом Иван пролил напиток на сценический костюм. Роман Вани Дмитриенко с участницей Open Kids Лизой Костякиной продлился 3 месяца, а потом отношения сошли на нет. Певец объяснял это тем, что из-за карантина стало невозможным ездить туда-обратно из Москвы в Киев. По словам Ивана, песня «Венера и Юпитер» вдохновлена конкретной девушкой, хоть и не повествует о ней дословно. Но после написания песни с девушкой артист не общался, потому не знает, догадалась ли муза о посвящении популярного трека. Героиней фотообложки «Венера и Юпитер», а позже и клипа, стала блогер и певица Валерия Локтионова, Real Girl, которую исполнитель называл очень давней подругой, знакомой, но и чуть больше. Но уже через неделю после выхода клипа Ваня комментировал: «Период дружбы прошел, и Лера даже отписалась от певца в Инстаграме».
А вот отвечать на вопрос о возможных отношениях с танцовщицей Софией Плотниковой, с которой Дмитриенко записал кавер на United на Нана, артист отказался. Певец рассказывал, что после обретения популярности к нему начали тянуться девушки. Уже в 15 лет Ване стали назойливо предлагать жениться и родить детей. В интервью исполнитель отмечал, что на этом этапе трудно различить искреннее желание быть вместе и стремление к деньгам, потому лучшими отношениями для него являются те, когда девушка не знает о том, кто перед ней. Рассказывая о предпочтениях, музыкант признавался, что для него важно иметь возможность любоваться на девушку, как написанную икону, утопая в чистых голубых глазах. Кроме того, нужно, чтобы вторая половинка понимала, когда Ваня хочет заниматься музыкой, спать или есть, то певца лучше не трогать.